Всем привет! Вы смотрите программу «Раскрутка R&B хип-хоп на Russian Music Box». Меня зовут DJ Mac. Несмотря на майские праздники, зрители продолжали активно голосовать за своих любимых исполнителей. Но двоим из них все же придется покинуть проект. В творчестве всегда важна идея. Оригинальная задумка плюс профессиональное исполнение равняется успех. Поэтому Геста отправляется в поиски чего-то более экстраординарного. Аутсайдер номер один на сегодня. Ты давай видай от меня поскорее, ведь ты не одна, утро вечером мудрее. Будь ты королева, принцесса или фея, ае, ты моя идея. А ты давай видай от меня поскорее, ведь ты не одна, утро вечером мудрее. Будь ты королева, принцесса или фея, ае, ты моя идея. Я за идеей пойду хоть на край света, но пока ни за одну не зацепиться ее нету. Не то чтобы вообще, а так промежутками я думаю о ней, когда еду в маршрутке. Это жутко так местами, иногда, наверное, я просто потерял свой идеал. Хотя какой идеал, так под одеялом проскакала идея, и ее не стало в голове, места мало. Недалеко от скандала еще бы один приход, и все по высшему баллу стало. Но она устала, в смысле голова, да, такую не бал. Я надеюсь, ты в курсе о моем существовании, иначе я не знаю, будет с опозданием уложено все в моей голове. Но где же ты, идея, в этой суете? А ты давай летай от меня поскорее, ведь ты не одна, утро вечера мудрее. Будь ты королева, принцесса или фея, ае, ты моя идея. А ты давай летай от меня поскорее, ведь ты не одна, утро вечера мудрее. Будь ты королева, принцесса или фея, ае, ты моя идея. К чему слюни и сопли, дикие вопли снова изогнут? Но это ненадолго, а что толку, если любая мысль больше приобретает совсем не тот смысл? А до идеи расти, расти, расти. Прости, что я не дописал тебе любовный стих. Я понимаю, что это, наверное, иллюзия, и все будет когда-то, допустим. Но первая расползлась за 4 года, вторая, черт знает вообще где бродит, а третья, что была самая толковая. Хотя нахуй, я лучше все начну по новой. Первая, но не знаю, чисто цивильная, жирная заточка, как в американском фильме. Кинуть в нее и в пятую, в десятую, в третью, из себя для забавы чисто так ведь легче. А ты давай летай от меня поскорее, ведь ты не одна, утро вечера мудрее. Будь ты королева, принцесса или фея, ае, ты моя идея. А ты давай летай от меня поскорее, ведь ты не одна, утро вечера мудрее. Будь ты королева, принцесса или фея, ае, ты моя идея. Ребят, отправляйтесь к хорошему режиссеру, оператору или монтажеру. Не могу я это смотреть, честно, просто не могу. По причине того, что мне уже 30 лет, я привык к другим видеоработам, я привык к другой картинке, к другой атмосфере. Честно, мое мнение циничное, но, по крайней мере, честное. Не слушайте тех, кто вам говорит: классно у вас получилось. Это все. Идите, переделывайте. Мое мнение, переделывайте. Запикайте, ничего страшного. Все. Геста за идеей. На наш взгляд, слабый клип на слабую песню. Согласитесь, обидно покидать проект первым. Но вот при вылете у самой финишной черты может возникнуть двоякое впечатление. Декс, и на твоей улице будет праздник, ведь ты и так уже оказался здесь. Главный урок, который я усвоил за время участия в каких-либо конкурсах, что главное не победа, главное участие. Я совсем не огорчен тем, что я набрал очень малое количество зрительских голосов и выбыл из участия в раскрутке на Russian Music Box. Мне совсем это не огорчает, и я искренне желаю удачи всем участникам, всем организаторам этого проекта. И пусть у них все будет хорошо. До скорых встреч! Thank you.
такая странная штука, ведь ты же знаешь, когда их разделяет всего несколько аллей, когда внутри все по-другому, чувствами играешь, все ночи напролет думаешь только о ней, когда ты чувствуешь, что только она твоя муза, но ты прекрасно знаешь, у нее своя любовь, но также всей душой, всем сердцем ты ее любишь, готов встречать ее после уроков вновь и вновь. Ее подружка очень сильно хочет быть с тобой, но ты ее не замечаешь, у тебя свое, а та, что любишь, совершенно случайно тебе найдет для разговора, чтоб помочь своей подруге. И вот и встретились тут разговоры не об этом, и в нем и в ней на этот миг будто застыла кровь. Далее встреча чаще, будто бы это сон, он хотел видеть ее больше, чем никто другой. Ведь нам мало времени дали тогда, чтобы остаться вдвоем навсегда. Ведь нам не важен весь мир, над нами фонари, и ты держи, не отпускай, это наши огни. Первые поцелуи, первые ночи вместе, первые драки за любовь, и тут не нужно слов. Первые прогулки под ночным дождем, для них и не казалось, что этот мир слишком тесен. Цветы, кино, кафе и силуэты ночи, она запомнит навсегда, как и его слова. Ты самое прекрасное, что есть в моей жизни, я безумно люблю тебя, не передать и в мыслях. Потом повестка, армия, депрессии, истерики, и больше мысли о любви не внушали доверий. А он же мой крепко ее ладони просит дождаться его до конца, и сам знает, не бросит. Вот поменялся местами, у него другая, она все так же плачет, ждет их не встречи. Он стал совсем другим, она осталась той же, и сильный дождь прольет все истории, смывая. Ведь нам мало времени дали тогда, чтобы остаться вдвоем навсегда. Ведь нам не важен весь мир, над нами фонари, и ты держи, не отпускай, это наши огни. Почему твой клип похож на остальные рэп-клипы? Ребят, научитесь как-то делать оригинально, что ли. Пусть это отличается, пусть это будет рисково, пусть это будет провально, но, по крайней мере, скажут, да, что-то произошло, у парня что-то в голове щелкнуло, у режиссера, оператора, у артиста. Почему он похож на остальные? Я ничем. Вот поставь 10 клипов, он русского рэпа, он такой же. Не знаю, что сказать. Нет, мое личное нет. Я не понимаю этого. Во-первых, мне не понравилось то, что он использовал известный сэмпл. Если это рэп, то это, конечно, можно его использовать, но надо поинтереснее это как-то сэмплировать. Во-вторых, мне не понравился припев, вообще, как он спет. Видео мне тоже не понравилось. Но единственное, то, что спасает это видео, как выглядят синхронные парни. Всем привет, кто смотрит раскрутку R&B на Russian Music Box. Только что мы попрощались с двумя участниками, которые уже точно не смогут побороться за главный приз – ротацию своего клипа на международном музыкальном телеканале Russian Music Box. А вот списки тех, у кого на это есть все шансы. Гига и Марина Макови – «Спутники». MC Matoman и Vamp Around – «Moscow Kiev». Грей – «Стой, не уходи». «Анакондас. Круглый год». И Кристина Си «Ну-ну да». Пятерка сильнейших слеснется в финальной битве на сцене столичного клуба «Грэммис» 23 мая. Стартуем в 20:00. Обратите внимание, дресс-код и фейс-контроль. Вот уже в третий раз я начинаю перечисление списка участников с двух имен – Гига и Марина Макови. Интересно, а в следующем выпуске какими по счету я их представлю? Может быть, последними? Всем привет, я Гига, это Марина Макови, мы представляем здесь наш клип «Спутники». Голосуйте только за нас на Russian Music Box. Если вы не черствый и все понимаете, голосуйте за нас. Код для голосования – HIP1. И только так попробуйте только не проголосовать. Как на огне мотыльки лечу к тебе, ты мой магнит.
В этой галактике сердец разбитых как-то случайно так пересеклись две орбиты. То ли ты со своей ушла, не помню, то ли я. Отныне на двоих у нас одна траектория. В космосе планета крутится, ты мой спутник здесь, я твоя спутница. Твои глаза в отражении Земля, стрелки притяжения на нулях. В космосе планета крутится, ты мой спутник здесь, я твоя спутница. Твои глаза в отражении Земля, стрелки притяжения на нулях. А знаешь, я не знаю, есть ли судьба, но были сна, сделали я сам и ты сама. Да, путь орбиты осветила лучами случайность. Забудь обиды, не святые мы, луна повенчала нас. Солнце тому свидетель, смотрим на звезды эти. Просто как дети, смотри, хвост кометы на небе след оставил. Отбрось запреты, мы вне всей этой стаи. Мы сами по себе в этой капсуле, вне правил на земле, времени и гравитации. Но если кто ворвался в пространство, готов сражаться я с яростью Марса. Нам нипочем метеоритный дождь, обшивка выдержит еще и двигатель мощный. Может безумец я, как и моя спутница, любим без умысла, пока планета крутится. В космосе планета крутится, я твой спутник здесь, да, я твоя спутница. Твои глаза в отражении Земля, стрелки притяжения на нулях. В космосе планета крутится, ты мой спутник здесь, я твоя спутница. Твои глаза в отражении Земля, стрелки притяжения на нулях. Что можно сказать про человека по имени Гига? Это старый украинский рэпер, старый солдат хип-хоп культуры. Этот человек не может сделать эпик фейл, не может налажать. Нет, возможно, где-то он сам в душе и знает, что что-то не то. Но мы, простые обыватели, так сказать, гражданские, смотрим на его видеоработы и слушаем его песни. С каждым разом все чаще и чаще и больше получаем от этого удовольствие. Гига с очередным тебя почином и выпуском новой видеоработы. Good. Мне нравится. Мне понравился рэп, мне понравился рэпер, мне понравился текст, мне понравился смысл. В принципе, красивый клип. Да, картинка сама по себе очень красивая, очень красивая девушка. И сами локации тоже. Поэтому полный респект. Гига. Я Гига. А вы обратили внимание, что вместе с Матоманой Vamp Around еще и диджей Топор. Да, тот самый Топор из W Crew. Аж навеяло олдскулом. Всем салют, это Vamp Around, город Киев. Я MC Матоман. С Vamp Around мы представляем клип «Москва-Киев». Хоть трек носит и банальное название, но несет позитивный и правильный посыл, который вкусно намазан на битос от диджея Топора из W Crew. Мы снимали на живописной аллее клип. Музыка от души, слова просты. Я хочу сказать, что наша цель не сражение, наша цель хип-хоп-культура в действии, а не брань. Мы не хотим никому ничего доказывать. Наш клип снимался в течение получаса, монтировался очень быстро. На запись мы потратили тоже очень мало времени. Поэтому судите как хотите. Творцу интересно творить. Дальше работа критиков. Если вы хотите видеть наш клип в ротации канала Russian Music Box, отправляйте смс с текстом «Хит 2» на номер 37200. Тем, кто находится не в России, внимательно смотрите табличку. Благодарочка, мир. Мутуман Vamp Around. Хит и вой. Диджей Топор. Хит и вой. Мутуман Vamp Around. Хит и вой. Лови приход, сын. Заставляет двигать телом вас битый бас, раз. Рук кидает твое тело в пляс и не раз, два. Красота без приукрас радует глаз, три. Вокруг себя посмотри. Не наполнят смыслом жизнь на долгие годы. По морю плывут дальние дали пароходы. Паровозы унесут далекие дали. И окажемся мы там, где никогда не бывали. Жизнь она одна сейчас, не за горами. Когда жарит солнце в небе, тело загорает. Дождь как из ведра моет землю и тело. Вот тебе радуга на небе, ты этого хотела. Из Москвы в Киев, из Киева в Москву летают самолеты и несут лирику. Фанки хип-хопа построили мосты. Музыка
музыка от души, слова просты. Из Москвы в Киев, из Киева в Москву летают самолеты, несут берегу. Фанки хип-хопа построили мосты. Музыка от души, слова просты. Впитывай! Эти рифмы без прописки, сумит киевских или московских, братан. Это не важно вовсе, точный адресат не дом, а улица. Планета хип-хап, страна рэп без границ. В тачках и поездах мы всегда на битах колесим по городам. К своим пацанам площадя и стадионы, клубы и танцполы впитывают позитивный посыл старой школы. Население заряжаем настроением, вертим земной шар, вершины стерео. Диджей топор с тылу прикрывает битом. На майках Мотуман и Вампран. Впитывай голоса двух городов. Хип-хоп, вездеход из подпольных студий. В наглую танком прет. Ведем хоровод с запада на восток. Вникай, лови приход, сын, пока молод. Из Москвы в Киев, из Киева в Москву летают самолеты и несут лирику. Фанки хип-хопа построили мосты. Музыка от души, слова просты. Из Москвы в Киев, из Киева в Москву летают самолеты и несут лирику. Фанки хип-хопа построили мосты. Музыка от души, слова просты. Для начала скажу так: спасибо вам огромное. Вы продемонстрировали огромной армии телезрителей, что можно буквально за 75 рублей или 3 гривны снять веселый домашний видеоклип, который можно показать своим друзьям. Не рекомендую вам его ставить на телевизор, потому что, честно говоря, попахивает кустарной работой и методами, как мы говорим, сделаны на коленке. Развивайтесь, для начала это совсем неплохо, в смысле для начала вот таких вот видеороликов, как можно снять клип за недорого. Но постарайтесь все-таки приложить какое-то усилие и сделать от А до Я работу, чтобы было интересно смотреть, потому что я уже понял, что меня, ну где-то на середине, что меня уже ничего не удивит, в общем-то. Я не фанатик такого рэпа, не фанатик таких вот сиплых голосов, всего этого. Но могу сказать, что картинка хорошая у видеоклипа, качество очень хорошее, летние жаркие дни такие запечатлены, вот это радует. А сюжет видеоклипа, я не знаю, там, что еще, сюжет, сценарий, там, какая-то основа. Основу клипа не вижу, я вижу кадры, как человек читает, исполняет свою песню, но я бы не сказал, что это очень интересное видео. Вы меня, конечно, извините за вот такие вот комментарии, и очень строгие, но это мое сугубо личное мнение. Судя по всему, наш следующий участник сделал себе установку «Постой, мол, не уходи», а зрители ее удачно переняли. Претендент на победу номер 2 – Грей. Всем привет, меня зовут Грей, и я участвую в майской R&B хип-хоп раскрутке на канале Russian Music Box. С новой композицией «Стой, не уходи» – совместная работа с певцом Али. Если вам понравился этот клип, то отправляйте «Хип-3» на номер 3720. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я прошу тебя, стой, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я сойду с ума, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я прошу тебя, стой, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я сойду с ума, не уходи. Очередные съемки ты пришла навестить. Вмиг появились мысли о том, как нас сблизить. Отчаянно сразила всех своим ярким взглядом. Стояла в стороне, а я мечтал быть рядом. Долгожданный стоп режиссера. Лечу к тебе, нежные ласки, сбитый ритм сердца. Дыхание сводило, с ума улыбка. Я таял, словно мальчишка. Очередной мотор, и между нами света вспышки. Ты нежно улыбалась, смущенно обнимая плечи. Никто не ожидал такого холодного вечера. А ты сама после съемок, и на тебе так мало одежды. А я сквозь прицел камеры вел слежку. Ты хрупкими пальцами взяла телефон. Пробежала тревога по телу, ведь это был он. Тот, кто тебя потерял, кто не познал, тот перед кем ты захлопнула дверь, но он все же ждал. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я прошу тебя, стой, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я сойду с ума, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я прошу тебя, стой, не уходи.
Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я сойду с ума, не уходи. Я крикнул стоп и подбежал к тебе. Ты еле сдерживала слезы, сжималась в этой суете. Промолвила, прости, мне пора домой. Но как тебя пустить, ведь на улице ждет другой. Я тоже уйду, я брошу толпу. И плевать, если что-то не так. Но ты дороже музыки, звезд и этих людей. Я разобьюсь в пепел, будь только моей. Схватил тебя за руку, раз хочешь домой. Поехали вместе, к черту рабочий настрой. Ты просишь остаться, не нужно пытаться. Я знаю, что делаю, и остается лишь податься. Слышишь, я безумец, и доказательств не нужно. Я готов расстаться с прошлым, хоть это и сложно. Погружаюсь головой в эту любовь, стой. Грей, а как называется песня? «Стой, не уходи». Мне даже подсказывают название песни по причине того, что «Стой, останови». Вот так вот я назвал весь этот расклад. Не досмотрел я до середины даже и не дослушал песню. Прости, нет, не, мое мнение, нет, нельзя, неинтересно. История с фотографом несчастной любви. Честно говоря, я не досмотрел до конца. Припевы хорошие, куплеты серые, музыка в порядке. Вот юмор в России ценят как-то по-особенному, да и смеемся мы порой над своей жизнью. «Анакондас» вообще в этом специалисты. Привет, это группа «Анакондас». Наш клип «Круглый год» попал на Russian Music Box. В общем, нет времени объяснять. Отправляй смс-сообщение с текстом «Хип-5» на номер 3700. Голосуй за наш клип и будь тебе счастье. Рэп это хасл. Осенью в России очень депрессивно. Выходить на улицу даже не проси меня. Либо лужи утюжить, либо грязь месить. Пойти прогуляться, нет уж, спасибо. Что может быть противней этих вечных ливней? Ни по одной дороге не проехать, не пройти мне. И только ветер носит золотые листья. Осень — лучшее время для самоубийства. Вот уже холода и за окном декабрь. Собрать чемодан и двинуть на юга бы. Или хотя бы в Штаты, как минимум до марта. А лучше, Дед Мороз, мне подари грин-карту. Мне этот документ позарез как нужен. Я с начала года был примерным и послушным. А пока я в мороз и в лютую стужу. Только образок у сердца согревает душу. Круглый год тут ветер и мороз тут. А витаминоз и под снегом не видать берез. О-о-о, медведи на велосипеде. Шапка-ушанка, водка, радуга, дети. Круглый год тут ветер и мороз тут. А витаминоз и под снегом не видать берез. Дети, апрель пришел, все тает и течет. Только за вчера два рыбака ушло под лед. Зато хоть на дорогах безопаснее и удобней. Теперь за километр видно ямы и колдобины. Долгожданная весна пришла вместе с ней. Ее 17 мгновений, грязь и талый снег. Я тут фантики в земле и обрывки газет притащил на подошве вся прихожка весне. А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климат-то и тут резко континентальный. Чуть южнее можно сдохнуть от жары и зноя. Чуть северней та же канитель, что и зимой. Ребята, спасибо вам огромное. Редкий случай, когда идея вывозит весь клип. Вы молодцы. Я не поклонник такого рэпа, но хип-хоп бывает разный, рэп в том числе у нас, да, у каждого свой рэпчик, и вы знаете об этом. Но идея, и я уверен, что именно ту массу, которую вы хотели охватить вот этой песней, вы ее захватите 100%, будете держать ее в, там, не знаю, в каких-то рукавицах. Молодцы. Идея, забах,
«Все хорошо», «Анакондас», «Да», «Твердая пятерка». Мне очень понравилось, на самом деле, очень клевые ребята. Русский свэк, настоящий русский свэк. Шапка, балалайка. Шуба. Чуваки на стайле. На самом деле русские рэперы, я считаю. Я тоже так считаю. Вообще, полный респект, пацаны. Полный респект, мы будем слушать ваши треки и качаться под них. Если вы только что включили Russian Music Box, то это я, диджей Мэг, и я вас приветствую. Вы смотрите программу «Раскрутка R&B и хип-хоп», и у нас на подходе следующий финалист. Скромная и обаятельная бунтарка, именно так можно охарактеризовать Кристину Си, если изучить все ее видеоработы. А пока мы смотрим клип «Ну-ну да». Эй, йоу, привет всем, меня зовут Кристина Си, и я участвую в программе «Раскрутка R&B и хип-хоп» на телеканале Russian Music Box. Голосуйте за клип «Ну-ну да», отправляя смс с текстом «Хип 6» на номер 3720. Ведь ты же знаешь меня, запри своего парня дома. Он подсел на мой голос, это как секс по телефону. Пока куклы из столицы примеряют лабутены, парни с ключами от Каена ждут меня у сцены. Ну-ну да. Твои подружки будто из колхоза, да. Мой яркий стиль для них заноза, ну-ну да. Они пищат под носа. А я качаюсь под рекроса, ну-ну да. Йоу, я темная лошадка, но не как Собчак. Слышишь звук? Ты попал под каблук. Клик, клик, ты слышишь звук? Ты попал под мой каблук. Клик, клик, ты слышишь звук? Ты попал под каблук. Клик, клик, ты слышишь звук? Ты попал под мой каблук. Постоянная посетительница ночных заведений, московских ночных клубов и баров, и кафе, и ресторанов. Кристиночка, вот ты и стала артисткой Black Star. Теперь ты будешь снимать свэк-клипы. Единственное, хочу тебе дать предостережение. Понт должен соответствовать тому, как ты живешь. Не заиграйся в это. Ну-ну-ну-да. Первый трэп-гёл рэп от Кристины Си. Супер. Пусть будет так. Единственное, девчонки, то, что говорит Кристина Си, это всего лишь образ, это всего лишь рэп. Не воспринимайте все серьезно. Там нет руководства к действию. Это просто музыка. Кристина Си. С почином, с началом. Все классно, девочки, каблучки, бижуха, цепочки, все красиво, разноцветно, 100% свэк, 100% трэп, но это не хип-хоп и даже не R&B. Ты тоже сочиняешь биты и кладешь на них свои текста? Хочешь принять участие в программе «Раскрутка R&B»? Тогда смелее отправляй свою заявку на raskrutka@musicboxtv.ru. Может, именно ты окажешься одним из 10 счастливых участников в июне. Забыл номер того, кто тебе понравился? Не беда, мы тебе напомним. Итак, участники майской раскрутки R&B. Гига, фит Марина Макови, «Спутники». Твои глаза в отражении земля, стрелки притяжения на нулях. В космосе планета крутится, ты мой спутник здесь, я твоя спутница. Твои глаза в отражении земля, стрелки притяжения на нулях. А знаешь, я не знаю, есть ли судьба, но были сна, сделали я сам и ты сама. Да путь орбиты осветила лучами случайность. Забудь обиды, не святые мы, луна повенчала нас. MC Matoman и Vamp Around, Moscow, Kyiv.
вызвали реку. Фанги хип-хопа построили мосты. Музыка от души, слова просты. Из Москвы в Киев, из Киева в Москву летают самолеты и несут берегу. Фанги хип-хопа построили мосты. Музыка от души, слова просты. Впитывай эти рифмы без прописки. С улиц киевских или московских, братан, это не важно вовсе. Точный адресат не дом, а улица. Планета хип-хап, страна рэп без границ. В тачках и поездах мы всегда на битах. Колесим по городам. Грей, стой, не уходи. Я прошу тебя, стой, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я сойду с ума, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я прошу тебя, стой, не уходи. Сердце бой за тобой, я хочу идти. Я сойду с ума, не уходи. Я крикнул стоп и подбежал к тебе. Ты еле сдерживала слезы, сжималась в этой суете. Промолвила, прости, мне пора домой. Но как тебя пустить, ведь на улице ждет другой. Анакондас круглый год. Под снегом не видать берез. Медведи на велосипеде, шапка-ушанка, водка, радуга, дети. Круглый год тут ветер и мороз тут, а витаминосы. Под снегом не видать берез. Медведи на велосипеде, шапка-ушанка, водка, радуга, дети. Осенью в России очень депрессивно выходить на улицу, даже не проси меня. Либо лужи утюжить, либо грязь месить. Пойти прогуляться, нет уж, спасибо. Что может быть противней этих вечных ливней? Ни по одной дороге не проехать, не пройти мне. Кристина Си, ну ну да. Звук. Ты попал под каблук. Клик, клик, ты слышишь звук. Ты попал под мой каблук. Клик, клик, ты слышишь звук. Ты попал под каблук. Клик, клик, ты слышишь звук. Ты попал под мой каблук. Хочешь быть в курсе последних музыкальных новостей? Смотри по вторникам и пятницам в 7 вечера по Москве программу Newsbox Слой. Никаких слухов и желтой прессы, только факты. Ну а если ты следишь за тенденциями музыкальной моды, тогда смотри на Russian Music Box Топ 10 с неподражаемой певицей Белкой по субботам в 18:00. До финала остались считанные дни. Поддержи лучшего, на твой взгляд, исполнителя и словом, и делом. Продолжайте голосовать и обязательно приходите на финальный концерт майской раскрутки R&B. А я, DJ Mac, с вами не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи в Грэммис.